Сразу несколько серьезных ДТП произошло на островах в минувшие выходные. Многие унесли человеческие жизни. Так, поздним вечером в воскресенье на трассе между Южно-Сахалинском и Корсаковым столкнулись две иномарки. Предположительно, с управлением не справился водитель Мазды. Он погиб. А вторую участницу аварии госпитализировали. Записью с места происшествия поделились в телеграм-канале ЧП «Сахалин». Вообще фарш. Просто фарш. В Хомском районе, недалеко от села Бамбучки, уже в понедельник, 20 сентября, погиб водитель японского универсала. Машина на скорости вылетела с трассы в кювет. По предварительным данным, шофер не справился с управлением. В Паранайском районе, у села Восточной, очевидцы застали другую картину. Внедорожник столкнулся с большегрузом. Свидетели предполагают, что водитель Land Cruiser был нетрезв, а также в аварии пострадала женщина. А вот случай в Тымовском районе обошелся без человеческих жертв. Об этом ДТП также стало известно из соцсетей. Очевидцы предполагают, что внедорожник врезался в стоящий у обочины трактор, отлетел от него и протаранил легковую иномарку, которая двигалась по встречной. Все транспортные средства получили значительные повреждения.